конце мая сын Татьяны Васильевой признался, что испытывает проблемы с глазами, поэтому был вынужден обратиться за помощью к специалистам, которые срочно госпитализировали мужчину. Через несколько дней Филипп пошел на поправку. Сам актер поначалу связал глазные боли с резким похудением, ведь за 3 месяца он сбросил 36 килограммов, а, по мнению медиков, это чревато серьезными последствиями. Но знаменитая мать в беседе с журналистами отметила, что его плохое самочувствие никак не связано с потерей веса, просто он в этот день 4 раза поднялся в воздух и 4 раза опустился, тяжелые перелеты. Лопнул сосуд большой, было очень сильное кровоизлияние в глаз, так что он плохо стал видеть, вспоминает Васильева. Татьяна Васильева обожает единственного сына. Фото, Инстаграм. Татьяна говорит, что сейчас Филиппу ничего не угрожает и он постепенно приходит в форму, хотя ранее в СМИ попала информация, что актер может лишиться глаза. Чтобы исключить все возможные осложнения, Васильев постоянно наблюдается у медиков, абсолютно все анализы в норме. Глюкоза, холестерин, они часто являются причинами микроинсульта. Сделали УЗИ всего, чего только можно, все отлично, рассказала супруга артиста Мария. В семье к резкому похудению Филиппа относится с пониманием. По словам Васильевой, сын был пухлым с детства, а сейчас добился желаемого результата, он настолько худой, что я рядом с ним жирная, улыбается Татьяна Григорьевна. Она и сама прониклась правильным питанием, как и ее сын, собирает контейнеры с едой, ест 4-5 раз в день и считает калории. Филипп Васильев чуть не лишился глаза. Фото, Инстаграм. Желание выглядеть лучше поддерживает и жена Филиппа, которая устала получать сообщения, что ее муж выглядит изможденным, страшно похудел и смотрится как скелет ходячий. Особо мне нравится комментарий о том, что раньше он был нормальным мужиком, а сейчас дохлик, возмутилась Мария. В эфире программы «Выход в люди» Васильева призналась, что в тяжелой ситуации мужчину поддержала семья. Сейчас они хотят забыть все проблемы и больше времени уделять родным. Отметим, что у Филиппа подрастает дочь Мира от брака с Марией Болконской, а также 2 сыновей от первой супруги Анастасии Бегуновой. Класс пост 658 977 подписчиков.